Так, а слона-то мы не заметили. Вот дорога. Здесь такой пухляш у нас белый вырос. Смотрим. Она толстая. Ого, прочная какая. Круче. О, белая мякоть. Ну, грамм на 150, наверное, пухляшек. Будет они в песке расти. Проверяем, лайфхак. Мухомор, гриб, светофор. Вот гриб, светофор, вот мухомор. И здесь у нас стоит непонятное что-то. Не видно, что это. Ну, вот просто бугорок. Проверяем, что здесь. Капаем. Капаем, откапываем. Опа! Вот это да, беляш вырос, да? Обалдеть! Так, выкручиваем. О, красавец. Песочный беляш. Пухляш. Вот так вот бывает. Как они прячутся, белые грибы? Почти не видно. Так. Разгребаем. Опа. Выкапываем. Ого, нога в кубокой. Смотри, туда. Выкапываем. О, беляшек. Мякоть уже желтеет. Так отлично. Вот такой беленький. Так, место закрываем, грибницу. Вот так вот. Красавец. Белый. Так, идем по следам белых. Вот видите, белый резанный, да? А вот здесь у нас три белых выросло. Сейчас раскатаем, посмотрим. О, тут четыре. Четыре белых. И посмотри, что тут творится у нас. Буду раскапывать. Четыре белых в одном месте. Обалдеть. Вот это, наверное, перерост уже. О, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пять грибов. Вместе белых. Вот так. Опа. Поехали. Так, вот два малышуни. Так, это среднячок у нас. Опа. Так, это еще один малышуня. Оп. Ну, это перерост уж все. Пухляш-трухляш. Ну, вот как-то так. Так, белый в песке вырос. Прям, ну это не дорога, это, скажем так, противоогненный, противопожарный, так скажем, ров. И прям вот он стоит. Здоровяк, беляш. Сейчас мы выкрутим его. Ой. Репенький. О. Мякоть, конечно, желтый уже. Наверное, переростыш. Посмотрим. Такой. И рядышком у нас. Чуть с краю сейчас. Посмотрим. Хороший должен быть. Кручаем. Тоже желтеет уже мякоть. Тут рядом прошлись еще. Один слоник стоит такой. Белый. Шатается уже. Сейчас посмотрим. Кручаем. Ну, желтая мякоть уже. Ну, вроде нормально. Такая вот здесь причудливая ветвящаяся сосна. Здорово. Ветвится постоянно. Тут вот два ствола. Три, четыре ствола. Пять, шесть, семь, восемь стволов у нее. Такая здоровая.